У екатеринбургских интернет-пользователей новый герой. Им стал голубь. Птица решила прокатиться на автомобиле. Нашумевшее видео сейчас прокомментирует владелец машины. Выхожу с работы, смотрю, у меня голубь сидит на дворнике, как бы и не желает улетать, грубо говоря. Я его попробовал согнать, ему не захотелось. Я думаю, ну ладно, шутки ради, посмотрим, насколько его хватит. Сел, получается, отсюда, вот от заводской до Тищева доехали, с ним 4 перекрестка практически до Кравля Топерей. Но все держался. То есть километра 40-50 максимум я ехал, он уверенно так как бы держался и не хотел слетать. И потом, когда он уже почти до краешка, до, получается, сполз от того, что движение, я решил притормозить. Думаю, давай залазь, интересно, как долго он просидит. И как остановился, он упорхнул после этого.